Мы как раз на автобусе приехали, как раз на светофоре остановились, и сразу скорый здесь, как сказать, ну, авария произошла, все это. И мы сразу выбежали с скорой, смотрю, водитель не мог выйти. Мы потом этот лобовой разбили, вот все руки в крови. Скажите. Вы руками разбивали его? Ну, открывали, хотели помогать, водителю вытащить, не мог он оттуда выйти. А водитель в сознании был весь? В сознании был, да. Он не мог выйти. Угу. Но он на своих ногах или вы вам пришлось нести его? Ну, как я знаю. Ну, в шоке был, наверное, сильно. Не мог, не знал, он что делал. У него пассажир был, пассажиры тоже помогали? Пассажиры, ну, до нас уже пацаны как раз пассажиры вытащили, они. И мы сразу на водителя пришли. У вас опыт был? Помощи такой? Почему не помощь, опыт, блин? Всем помогать надо. Пожар был, да? Пожар? Нет? Не был пожар. Облили водой для профилактики? Нет. Это до этого был, наверное. Ну, я не видел так сильно.